Эти мой золотой. Давай еще кидай. Молодец. Так, получается у Каролины 2 и плюс 1, да? У нее 3 раза. Всем привет, вы на канале Камила и Каролина. Сегодня Каролюся будет открывать свой подарок, и мы все четвером будем в него играть. Кто тебе подарил подарок? Камила Красная. Моя Красная. Угу. Кто с тобой сегодня? Камил, Каролина, Полина и Даша, да. Ну что, открывай. А девчонки, помогайте собирать ей. Может дальше вот эти? Найдите. Будем кольца забрать или чьи-то шарики? Сами справитесь? Думаем. Представьте, что это пазлы. О, сложно. Давай. А мы давайте сначала в корзинке посмотреть. Сколько тут корзинок, надо посчитать. Три. Нет, там сколько корзиночек, 5. Столько и палочек. Там 5. Для всех хватит места. Жарко помогает. Да. Все. Да. Так, давайте камень, ножницы, бумага. И кто первый будет, то второй, то третий. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, Каролина, у нас будет первая. Либо мячик. Отодвигать. Нет, давайте вы всех посчитайте, давайте. Да. А потом будем бросать. Камень, ножницы, бумага, Полина. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я вторая. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Даша, третья. Так. Давай, Каролин. Итак, Каролюся, итак, смотри, ты выбираешь либо колечко, либо шарики. Ты шарик? Кидай. Кидай сюда. Корзиночку. Не попало, отходим. Дальше. Давай. Ты будешь колечко? Я еще два. Шарики. Подожди, шарики. Где шарики? О, ну Каролюся. Не так. Молодец. Лампочки. Все, последнее. Да. Ты шо, блин? Один. Я третья. Я последняя. Один вытаскивай. У меня один. Но это не считается. Сейчас попробуем кидать. Три попытки. Ну давай вторую попробуем. У тебя же две. Давайте я вам покажу, как бросать. Давайте. Вам нужно колечко держать. Дайте мне колечко.
Вот так. Вот так накидываем. Сейчас буду выкидывать. Ой. Королюся. Нет. Сейчас еще Полина. Молодец! Умница! Полина, давай. Полина, давай. Ты сначала колечко или сам? Шай, колечко. Давай. Есть ли это колечко? Нет. Ну, да, одна ушла. Еще две, три, три. Нет. Есть. Еще есть, умница. Еще одну добавить, потому еще. Что у нее три должны быть. Три. Так, да, ну, у тебя пока... Вот так, это... у нас попала Каролина и Полина, да? Да, и Каролина попала. Шарики. Да. Она шарики. Так, девчонки попала. Лидирует. Есть. Молодец. Подожди, я еще на уже раз, два, три. Давай. Нет. Играем три раза, да? И да. По очереди выбываем. Вот уже ой, Каролиночка и Полиночка уже не выбывают. Нет. Есть. Сколько раз попало? Четыре, да? Четыре, да. Да, два колечка, два шарика. Каролина один шарик попала или два? Один. Так. Второй тур. Теперь будем кто выбивать. Ну, давайте Цуева. Не-не, продолжаем так же. Каролин, давай. Вставай возле шкафчика. Да. Не, можно ей чуть поближе, она ж маленькая. Я, ну кидать вот здесь нельзя. Нет, подальше, вот так. Нет, Каролин. Камил, ты ж не забывай, что она ниже в два раза, чем вы. Угу. Давай колечко. Колечки нам. Эти мой золотой. Давай еще кидай. Молодец. Так, получается у Каролины 2 и плюс 1, да? У нее 3 раза. Камил, отойди подальше. Ты что так близко встала? Тебе шарики. Подожди, еще два. Королюся, а что ты забираешь? Она собирается, она чисто там. Сначала три, потом два. Потом три еще. Три. О, повезло тебе. У нее два. Так, Камила у нас забила три, Полина четыре и Каролина три. О, аллилуйя. Не-не-не, положи, Каролина, положи. Не, вот это уже не стреляешь. Отойди. Молодец. Молодец. Так, Даша, сколько у тебя? Три кольца. Три кольца. Каждый свой счет помнит? Да. Я не заберу ни одного шарика. Пытайся. Счастливая нога. Сильно не кидай. Ну хотя бы три. Полин, давай. Три. Каролин, давай. Вот. Три тоже. Давай. У меня тоже три. Так, давайте третий раз, да? А, Полиночка еще бросает. Да, Каролиночка, отойди пока. Каролин, давай шарик. О, молодец, ну ты попала, просто сбила. Даш, повешай колечко туда на палочку. Молодец. Есть, получается... А, еще шарики. Кидай. Умница. Меткая. А мета у нее тоже меткая. Молодец. Я слышала, как ты вот так вот берешь. Спортсменка. Как три. Мама. Три, давай пять. Нет, уже три. Подожди, так. Еще, она еще раз. А, у меня еще там. Еще. Итого у Полины семь уже вышло. Да. Каролин, давай ей шарик. У меня только три. Дай ей шарик. А. Да.
Это ж мы третий раз, правильно, бросаем? Да. Вот и носик. Ну что, давайте. Блин. Кто там? Не, ну Королюша, ты кидаешь просто вот так вот. Кидает. Так нечестно. Королюш, перекинь. Так нечестно. Давай, давай два. На. Кидай. И еще два. На. Не, ну так нечестно. Не так нечестно. Каролин, близко не надо подходить. Подожди. Не блефуй. Давай. Нет, Каролин, давай. Дальше чуть-чуть вставай. Давай, кидай. Кидай. Давай. Колечко. Три колечка. Раз. Два. Молодец. Последняя. Так, ну что, будем ей засчитывать? Да, засчитывать. Ну, колечки засчитывая, вот шарик нет. Ну, один она честно забила шарик. Так, три, получается три засчитывать, да? Да. У нее получается шесть. Три. Да, это мои, сейчас моя очередь. Одевай. Так, похоже, я первый раз сегодня. Чуть-чуть дальше сдвиньте. Туда, туда, туда. К себе, на себя. Немножко на себя. Еще, еще, еще. Во, да. Давайте. Ой, блин, отпустила. Молодец. Молодец. Я так и делала. О, блин. Не кинула. Так, сколько у тебя было? Два. Два. И два забила, да? Да. Я два забила. Два не забила. Сейчас два забила, а было сколько до этого? Было три. Получается пять. Шесть. Я еще один раз предыдущий забила. Один шарик. Угу. Даш, ты вот так кидай, смотри. Еще три. Вот так. Угу. Вот, молодец. Видишь как? У меня два. Вот так и кидай в следующий раз. Так, получается, у Каролины шесть, да? Шесть, по-моему, у Каролины, да, я уже забыла. Шесть, у Камилы шесть, у Даши... У меня шесть. 6-6, у Даши 5, у Полины пока 7. Ну, Полина еще сейчас у нас кидать будет. Давай. Давай, давай ей три. О, у тебя 9, вообще жесть. Класс. Ей, у нее еще три кольца. А, она еще кидает. Давай. Каролина, отойди. Бери. Молодец. Раз. Четыре. Два, три, четыре. Туда. Подождите. Раз. Четыре. Раз, а тут одно. Два, три, четыре. У нее пять забила. А было семь. Итого математики считайте, сколько будет 5 плюс 7. 5 плюс 7, а ну? Как вы в школе учитесь? 12. Да, Каролин, сейчас. 12. Извините, я не молодец. Сказала. Дашуха, ты же старше Полины. Я старше. Я не вспомнила. Вот так вы делаете уроки, да? Не, я хорошо делаю. Молодец. Так, это подождите, это мы кидали, получается, третий раз кинули, да? У кого самое меньше? А я три. У тебя. Так, Дашуха выбывает. А я два.
Да, вы продолжаете играть. Теперь мы кидаем не три раза, а по два, ну, по два раза, поняли? Да, уменьшается. Давайте, кто из вас следующий? Четыре раза кидаем. Тогда мы шесть кидали. Ну, теперь по два. Да, мы шесть раз кидали. Нет, я имею в виду, вы кидаете столько же, но мы делали три круга, а теперь будем два круга делать. Поняла, перед тем, как выбывать? Уже меньше. Давайте. Королюх, так нельзя. Ну ладно, забила, забила. Она забила, но мы ей не засчитали. Не засчитали. Да, один мы ей только засчитаем и все, да? Все, давай дальше отходи. Кто там следующий? Дашуль, ты не расстраивайся, сейчас кто-то из девчонок к тебе выйдет. Должен остаться только один победитель. Это уже, наверное, как зовут? Полин. Я забыла. Полин, она две забила. Вот эти она честно забивала. Два. Ну, сейчас кидала Каролина. Ну, Каролина, два честных забила. А, два честно? Вот ну, честно. Значит, два засчитали. Давай. Дальше. Шарики, да, она сейчас кидает? Или она уже кинула? Шарики. Сейчас она уже кинула шарики. Шарики. Подожди, один раз. Два и два. Раз. Попала. Давай последний раз. Каролин, один. Отойди. У меня два. Так, считаем заново, да? Два у тебя. У меня было шесть, теперь два. Нет, ну то уже все, забыли. Теперь заново мы считаем. У тебя два, у Каролины два. Полин, давай, дай, теперь ты. Королюсь, отойди. Так, все кинула? Считаем, сколько? Три. Раз, три. Два, три. Два. Есть. Два, два и три. Еще один круг, и кто-то выбывает. Давайте. Вот так кидай, да. Молодец. Давай, теперь мячики. Один. Дальше. Каролинь, отойди, пожалуйста. Каролиночка. А вот еще мячик лежит. Возле меня. У меня возле мамы. Отойди. Шарики. Молодец. Отойди. Я не могу. Меня... Все, да? Все кинула? Да. Три. Волна,
волнуется. Один остался. Нет, все, она 4 кинула. Все? Да. Сколько? 2, да? 6. Нет. Теперь я. Всего теперь у тебя сколько получается? В прошлой игре сколько было? 12. Нет, перед этим. Теперь я. После этого, точнее. 3. 3 и сейчас 2. 5. У Каролины сколько? 5, да, по-моему, было у Каролины? Да. И у тебя 5, да? У меня 6. Нет, у тебя 5, Полиночка, и у Каролины, да, 5? 5 теперь. 5 теперь. Вы все по 2 раза кинули? Да. После того, как Даша, да? Да. Ну, значит, Каролина выбывает с Полиночкой. Значит, Камила выиграла, получается, этот кон. Ну, естественно, вы все победительницы. Вон Полина как забила, аж 12 штук. И не расстраивается. А ты расстроилась. Так что не расстраивайтесь, девчонки. Так, а теперь вы сейчас все учитесь, да? А потом мы снимем видео, и вы мне покажете, как вы научились играть, хорошо? Вы же первый раз играете. Чего вы нос повесили, Даша? Так, ну что, мы решили, что победили у нас все. И за это получаем мы сладенькое. Да. Давайте, девчонки. Давайте. Разбирайте. Подарка не будет, потому что еще девчонки не умеют играть. Как научатся, тогда мы будем подарок разыгрывать. А сейчас просто сладкий стол. Дашулька, бери, что нос повесила. Яблочки сладенькие, мы пробовали. Поднимем бокалы. Ну что, понравилась игра? Еще придете к нам играть? Такая была игра, нам очень сильно понравилась, и будем прощаться. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Камила и Каролина. Полина и Даша. Даша и Полина. На канале. На канале Камила и Каролина. Пока. Пока-пока. Пока, Королюх.